Русча, тюркче, сёзлюк, кону, иш. Словарь русско-турецкий. Тема – работа. Резюме. Резюме. CV – özgeçmiş. Отправьте свое резюме на этот адрес. Отправьте свое резюме на этот адрес. CV'nizi şu adrese gönderiniz. Электронная почта. Электронная почта. Email. Запишите адрес электронной почты нашей фирмы. Запишите адрес электронной почты нашей фирмы. Фирмамызın ya da şirketimizin email adresinizi not ediniz. Заполнить форму. Заполнить форму. Форм doldurmak ya da anket doldurmak. Вам нужно будет заполнить форму на втором этаже. Вам нужно будет заполнить форму на втором этаже. İkinci katta form doldurmanız lazım olacak. Собеседование. Собеседование. İş görüşmesi. Меня позвали на собеседование в среду в 15:00. Меня позвали на собеседование в среду в 15:00. İş görüşmesine çarşamba günü saat 15'te çağırdılar. Результаты. Результаты. Sonuçlar. Результаты будут известны на следующей неделе. Мы вам позвоним. Результаты будут известны на следующей неделе. Мы вам позвоним. Sonuçlar haftaya belli olacak. Biz sizi arayacağız. Тестирование. Тестирование. Тест. Тестирование прошло успешно. Тестирование прошло успешно. Тест başarılı geçti. Вакансия. Вакансия. Позисьон. Все вакансии заняты. Все вакансии заняты. Bütün pozisyonlar dolu. HR отдел. HR отдел. İnsan kaynakları departmanı. Подскажите, где находится HR отдел? Подскажите, где находится HR отдел? İnsan kaynakları departmanı ne tarafta acaba? İşu работу. İşu работу. İş arıyorum. İş bakıyorum. Я ищу работу в сфере торговли. Я ищу работу в сфере торговли. Ticaret sektöründe iş bakıyorum. Сотрудник. Сотрудник. Eleman, çalışan. Нам требуется несколько сотрудников, знающих турецкий язык. Нам требуется несколько сотрудников, знающих турецкий язык. Bize Türkçe bilen birkaç eleman lazım.